Всем привет! Мы продолжаем изучать OpenCart, движок для создания интернет-магазинов. Это видео является дополнением к статье на моем блоге «Создание интернет-магазина на OpenCart. Настройка статусов заказов». Ссылка на статью в описании к данному видео. В прошлом видео мы рассмотрели настройки статусов на складе, а в этом видео остановимся на настройке статусов заказов. Итак, переходим в админку. Проходим авторизацию и переходим в меню. Система, локализация, статусы заказов. Мы попадаем на страницу со статусами заказов. На этой странице мы можем редактировать статус, удалить или создать новый. Давайте создадим новый статус заказа. И назовем его, например, новый статус. Жмем сохранить. В нашем списке появился наш новый статус. Теперь давайте рассмотрим, для чего нужны статусы заказов и где они используются и настраиваются. Переходим в настройки и открываем магазин на редактирование. Переходим во вкладочку опции. И опускаемся вниз. В поле «Статус заказа» мы выбираем статус. Это статус по умолчанию. То есть заказ получает этот статус, когда пользователь создал новый заказ. Открываем список и видим новый статус. Статус обрабатываемого заказа. Это заказ в процессе. Здесь мы выбираем статусы, при которых пользователь может получить бонус или скидку. Статус завершенного заказа. Это когда пользователь уже получил заказ. Или если это электронный товар, то получил письмо с ссылкой на скачивание. И статус фрауд. Это статус заказа, если пользователь вызвал какое-то подозрение. После настройки статусов заказа жмем сохранить. Видим, настройки успешно сохранены. Вот и все. Мы с вами рассмотрели, как создать новый статус заказа, как это редактировать и удалить существующий статус заказа. А также остановились на рассмотрении статусов заказа и для чего они используются. А в следующем видео мы рассмотрим настройку возврата в OpenCart. Так что ставим лайк и подписываемся на канал. А на этом все. Пока.